Дорогие лидеры бизнеса Таповая, завершается 2013 год, и мне еще раз хочется поздравить вас со всеми достижениями и событиями, которые произошли в Таповая СНГ. У нас открыто 146 дистрибьюторных центров, из них более 80 дистрибьюторов являются национальными, то есть у них есть региональные центры. Более 140 региональных центров на территории Таповая СНГ России, Украины, Казахстана успешно ведут бизнес. Это новые возможности, которые мы открыли для наших лидеров. В нашей компании более 6 тысяч менеджеров и 100 тысяч консультантов. И это нас очень радует, потому что это основная ценность Таповая, Таповая Brands Corporation, наши люди. Именно вы открываете возможности нашим хозяйкам, гостям, тем людям, которые посещают презентации Таповая и знакомиться с компанией. Мне хочется подчеркнуть, что сегодня мы представляем беспрецедентные возможности обучения в Академии Таповая. И более 1700 человек уже прошли обучение в Академии бизнеса и вкуса. И все эти обучения предоставлены компании бесплатно для наших лидеров, для того, чтобы профессионализм и стандарты бизнеса возрастали. В прошлом году мы провели более 50 открытых мастер-классов, на которых присутствовало более 1500 человек. И эти люди, они не были связаны ранее с Таповой, а теперь они о нас знают, и они нас любят, и, конечно, будут пользоваться нашей продукцией. Мы гордимся тем, что мы можем позволить себе вести благотворительную деятельность. И только в предыдущем году мы поддержали детский онкологический фонд «Настенька», а также Центр научно-практической медицины и перечислили денежные средства в размере более 6 миллионов рублей. Задумайтесь, какая это значительная сумма, и мы будем продолжать это делать и далее. Помимо этого, мы передали изделия в пользование родителям и детям, оформили кухни и обучали наших родителей замечательно готовить своим детям правильную еду, правильно питаться в условиях стационара, когда они вынуждены там пребывать. Мы провели творческие проекты. Замечательный проект с группой Recycle, где были представлены дизайнерские изделия Таповые от хит-парадов до экологической бутылочки. И, конечно же, более 5000 посетителей только за одну ночь музеев не оставили никого равнодушными. Мы приняли участие в кулинарной звезде, фуд-шоу, которое состоялось недавно в Москве. И заключительным мероприятием данного года явилось участие в фестивале Seasons, где мы представили нашу великолепную книгу «Кулинарное путешествие. Прогулки по Москве», которая была выпущена специально к юбилею компании. И сегодня каждый может стать обладателем такого уникального издания. И, конечно же, новые изделия компании. И все те изделия, которые вы любите, вы продолжаете их предлагать на ваших пати с вашим хозяйкам, гостям. И мы рады, что любовь к изделиям только растет год от года. И наши самые любимые коллекции от шефа и все классические изделия радуют хозяек на их кухнях. В 2014 году мы объявляем новую стратегию «Счастье на 100 миллионов». Что же это значит? Прежде всего, мы будем с вами открывать возможности людям. Новая лестница успеха, которая сегодня поднимет на вершину успеха самых активных лидеров, она для вас уже создана. Конечно же, наша потрясающая листовка «Кухня твоей мечты» с Таповой. Мы очень хотим, чтобы на каждой кухне были любимые изделия компании Таповой. И нам будет очень приятно, если хозяйки будут готовить шедевральные рецепты быстро, легко, будут организовывать правильное питание для своей семьи, создавать тот незаменимый уют и то тепло в каждом доме вместе с компанией Таповая. Лидеры, предприниматели, дерзайте! Эта возможность открыта каждому без ограничений. Обучение в академии и новые возможности, возможности семейного бизнеса предоставлены вам. И, конечно же, мы будем продвигать наш метод работы, метод домашней презентации. Таповая пати – это основа основ. А также предлагать наши изделия, демонстрировать их и обучать, использовать наши изделия на мастер-классах Таповая и на офисных пати. И, наконец, близится 2014 год. И мы его начнем с совершенно удивительного события, с больших недель.
Это уже традиция. И как вы знаете, дорогие друзья, каждый год мы соревнуемся с одной из стран. В этом году мы выбрали очень сильного соперника. Османскую империю, Таповая Турция и Middle East, Ближний Восток. Мы будем соревноваться с этим кластером. И цена вопроса значительная. 33 миллиона долларов в январе. И это цена нашей победы. Как вы думаете, мы победим? Я уверена, что да, потому что именно ваш профессионализм, ваш энтузиазм, ваша ответственность, ваше качество ведения бизнеса, а также те возможности, которые откроются для вас благодаря этому успеху, вдохновят нас только на одно – на победу. И она у нас уже почти в руках. И сейчас лучшее время подумать о тех, кого вы хотите порадовать своими презентациями. Кого вы любите, кого вы хотите пригласить на свои презентации в 2014 году, с кем вы хотите начать Новый год, с кем вы хотите его продолжить, с кем вы хотите дружить и каких новых друзей вы хотите в свою жизнь пригласить. От компании Tapua Brands Corporation и от себя лично я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я выражаю признательность, глубокую признательность каждому лидеру, который в 2013 году и в предыдущие годы вел бизнес вместе с нами, открывая новые возможности и перспективы людям, изменяя их жизнь к лучшему. А ведь именно это и есть миссия нашей компании. Я желаю вам благополучия и счастья, здоровья и любви, огромных успехов и новых достижений, побед и новых стремлений из компании Tapua подняться на мировые вершины успеха. Мне очень хочется пожелать вам счастливого Нового года, веселого Рождества, новых планов и новых достижений. И вам есть за что поднять бокалы в новогоднюю ночь. И вами гордится Tapua Brands Corporation.